Приветствую вас, друзья, с вами Бабкин, мы продолжаем проходить Rogue Legacy. Ну, пшел вон, пес. Смотрите, тут другой диалог. Нет. Подожди. А я не хочу отдавать. Ты не охерел, нет? Не хочу я отдавать. Вот упырь. А, он еще и деньги забрал. Херею. Так, хорошо. В принципе, мы в прошлой серии видели, что там у нас за... За босс. Он, кстати, несложный. Поэтому, я думаю, все будет окей. Я тебя постреляю. Ну, не знаю, сразу в лес идти или как? Ну, я чувствую упоротость. Еще не достаю. Никакой халявы. Вот не надо так делать. Так, у нас тут сундук. Сундучок. Скотина. Но вообще, как бы, по идее, нужно замок всегда обходить. Во-первых, фарм. Простой фарм. Во-вторых, тут еще, ну, как бы, будут встречаться мини-боссы, поэтому... Их нужно как бы убить, чтобы получить ачивочки. Поэтому я даже не знаю. Будем обходить, не будем обходить. Тут другая локация. Сюда я точно не пойду. Почти. Так, давайте вниз. Ну, сучара, видите, как быстро он... Я не успеваю мечом взмахнуть. Так, дружище, давай ты умрешь. Да что такое? Ладно. Huh.
Кстати, я прокачал, чтобы еще больше теперь выпадало монет. То есть не 11, а уже 12. Вот, собственно, лес, в принципе... Ну, давайте, почему бы и нет. А если так? Прикольно, прикольно. Наверное, эти статуи лучше не трогать, потому что, ну, с них в любом случае, ну, практически всегда выпадает, то есть тут мясо, тут мана. То есть можно перед боссом просто телепорт сделать, пособирать все мясо, если у вас мало здоровья, и тем самым, ну, заполнить себе ХП. Как вариант. Боже мой, ну что, блядь, не так? Нажал же кнопку. Не сражаться? Проклятие, плащ. Интересно, что это такое? Хера себе, они... Бронелобы, слушайте. Так, хорошо, наверное, тут пока останемся. Нужно отхиляться. Не достаю я, да? Тут достал. О, отлично. Хорошо, давайте, наверное, все-таки обойдем. И достану. Окей. Урон, конечно, слабенький, но зато дохерища ХП. Кто это у нас такой? Чего ты спиной лупишь его? Так, ну в принципе тут... Больше ничего нет. Не понял.
Это куда? То есть тут мана. Как думаете, куда это? Блин, любопытство берет свое. Хорошо. Пока. Пока не стоит туда заходить. Давайте подождем. Немножечко подождем. Так, этот блядский эльф. Ну, в принципе, у меня золота немного. Мне в прошлый раз повезло. 400, минус 400 голды. Ну, в принципе, смотрите, тогда я утроил свою сумму, поэтому я не в минусе. Сучара. Ну, ничего страшного, 400 голды. Это немного. Ладно, уходим. Твою мать. Ну, в принципе, чё тут? Ничего, наверное. Так, сундук. Мана. Ну и, собственно, тут хилка. И новый уровень. Точнее, локация. Тут тоже новая локация. У меня почему-то кажется, что там или будет какой-то улучшенный босс, то есть этот хидер или как его там. То есть он будет улучшенный. Или же мы отправимся к какому-то левому боссу. Так, хорошо, там есть хилка, если что. Нам вниз и налево. Вообще в самом низу тоже есть где пройти. Ну, там, наверное, лучше телепорт использовать. Хотя хер его знает. Тут колючки. Давайте посмотрим. Без прыжков, но не вариант. Так, давайте подымемся. Так, у нас тут тоже колючки.
И тупик. Ну, в принципе, сейчас вернемся, скорее всего. Уже обойдем полностью замок. Так, не понял. А, понятно. Все с вами понятно. Ну, тогда смотрите, то есть... По идее, замок я полностью обошел. Давайте. Теперь сюда. Да, конечно, урон слабенький. Нехорошо. Что это? Где он там стреляет? Еще один сундук. Давайте посмотрим. Ты смотри, попал. Он еще и прыгать умеет. На. Мудак. Умнички. Так, ничего не пропустил. Так, а вот и босс. Наруч серебра, окей. То есть, по идее, я в замке должен найти еще кровавые вещи, да?
Смотрите, можно попытаться босса убить. Почти, почти. Чё, опять халява? Ну, слушайте, неплохо. 4К уже есть. Я не достал. Бронелобый. Ну, вообще не бронелобый, у меня просто урон паршивый. Шлем странника, смотрите. Еще один сет начинаю собирать. Не понял. Так, там был, там был. Ага, значит, можно там еще вниз сходить посмотреть. Борзый. Ой, нехорошо это. Нехорошо. Получай. Получай. Ну-ка. Не достаю. Не убивается. Об колючки. Так, уничтожить всех врагов, что, в принципе, неплохо, наверное. Нет, 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 нет. Чего вас так много, а? Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Кто у нас тут есть? Ходячий танк. Быстро двигается. Убийца. Слабые руки, это очень плохо. И еще один ходячий танк. Так, а что улучшать? Вот, давайте посмотрим, что я там нашел. Враги сильнее, но, по идее, больше монет с них падает.
Так, а ну-ка, если убираем плюс 55, весит 30. Так, а сколько нам там нужно? Есть 125 плюс 30. Еще разочек, да? Или хотя можно что-то, допустим, другое одеть. Магия плюс 6. То есть 17, а тут 11. Ну, в любом случае нужно качать, поэтому... Так. Подождите, я что-то снял? Да, вроде нет. А, да. Плюс 15 нет. Ну, в принципе, вот как-то так. Хорошо, ребят. Вот такая вот коротенькая серия получилась. Ну, относительно коротенькая, потому что, ну, убили сейчас. Если начинать сейчас за этого перса играть, это еще плюс 30-40 минут. Поэтому не вариант. Уже увидимся, услышимся в следующей серии. Спасибо за просмотр, с вами был Бабкин, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока.